Добрый вечер. Начинаем бизнес-конференцию первого зеленого джерри снимать. Томми Лянси, главный тренер самого Тайлора, готов подвести их игры. Томми, пожалуйста, ваши комментарии о матче. Result is bad for sure, but I think today this result, it doesn't tell whole story how we played. Like I said, we need to respect result. And да, сегодня результат сам за себя говорит. Да, мы должны его уважать, но он не отражает все картины, что была сегодня на льду. We started well today. We were ready. First 10 minutes, we scored one goal and it was a really good start for us. I think third one, how we played first 10 minutes, like I'm really satisfied what we did on the ice. Third goal for opponent, it came from nothing, and Mr. Sharipov, skillful player, good player, scored big goal and really interesting moment before that in front of the opponent's bench. But this is hockey, is a momentum game. В хоккее важен каждый момент. Что касается начала игры, мы действовали первые 10 минут прекрасно, так как мы были заряжены, мы были готовы к сегодняшней игре. Однако потом мы играли немного хуже. Что касается третьего периода, мы первые 10 минут тоже играли хорошо. Был очень странный момент, конечно, на скамейке соперника, но хоккей – игра момента, как я уже говорю, а Зарипов – настоящий профессионал и мастер, и забил очень важный гол. Добрый вечер, Азамат Шулуков, медиакарсеть. Первый вопрос. Вы согласны, что Акбарс сегодня казался лучше тактически? Салават мало контролировал шайбу, приходилось бросать с дальней дистанции без особой опасности. Это первый. Акбарс, it's maybe best team in this league. They have the best defense in this league. So it's not easy. It's not easy to break in and create scoring chances, but I think we played tactically really smartly today because we play on the road here. Like I said, it's almost maybe the best team in this league. So I think we did good job today. And the next level is that how we can beat defense like this one. It's our next challenge. Для нас сейчас является новым вызовом, чтобы проходить такую защиту, как Акбарс, потому что Акбарс одна из сильнейших команд, может быть, даже сильнейшая команда в лиге. Что касается тактической нашей модели, мы играли на выезде, и поэтому мы играли в умный хоккей, мы действовали вполне нормально, но сегодня мы действовали против одной из сильнейших защит в лиге, и очень непросто такую защиту преодолевать, и как раз-таки для нас это новый вызов, и мы должны как раз-таки работать над тем, чтобы такой защите забивать голы. Сегодня выиграли только порядка 40% вбрасываний, в том числе из-за этого плохо контролировали шайбу. Что не так с этим компонентом? Будет еще один вопрос. Азеведо, he's really good in face-offs and it's hard to say. If I would have asked, maybe we fix that. Азеведо прекрасно работает на точке вбрасывания, но что касается наших вбрасываний, то мы будем работать над этим компонентом. Сейчас Салават в числе последних команд по игре в меньшинстве. Когда вас назначали, игроки говорили, что этот компонент у вас получается. Что не работает сейчас? Согласны ли вы, что нужно играть в меньшинстве более агрессивно? Спасибо. Really easy goals at the moment for us today. First goal, big mistake. Second one, too far. Hard to say because like today we played really good PK, but then goal comes like from nothing. So we need to find balance for PK, and we work every day with that, and for sure it's going to be better. Да, согласен с тем, что нам нужно улучшать этот компонент игры. Мы сегодня играли достаточно хорошо, а что касается голов соперника, то один из них пришел практически из ниоткуда, и поэтому мы будем, естественно, работать над этим компонентом. No, we play
aggressive enough now at the moment. So we changed this one and now we play aggressive and it's really good. Like I said, like two easy goals. Мы пропустили сегодня слишком легкие голы, дали сопернику забить. Что касается нашей агрессивности в меньшинстве, то мы достаточно агрессивно сегодня играли, но, к сожалению, соперник сегодня нам забил. Иван Багун, чемпионат.ком. Томми, не первый матч уже отсутствует Никита Сошников. Это все-таки следствие еще его повреждения или он пока проигрывает конкуренцию другим нападающим? Это травма. Все, по-моему, пропускает по травме. Еще один вопрос. Томми, с первых минут появляется Большитер Шакир Мухаммадуллин. Вы как-то говорили, что это следствие того, что отсутствует пока что Филипп Ларсен. Допускаете ли вы то, что по возвращению Ларсена в состав Мухаммадуллин останется на большинстве Салавата? Филипп, I think we all know how good defenseman in this league he is. I think every team needs D-man like that. So hopefully Philip comes back soon as possible. But that's a really good moment now for Shakir because he can take some responsibility and show what he has. So it's like a good time for him to improve. Что касается Ларсена, он один из сильнейших защитников лиги, и многие команды хотели бы иметь его в своем составе. Что говоря о Шакире, он сейчас получает хорошую возможность, чтобы получить наконец-таки ту ответственность взрослую, и чтобы испытать уровни, и поэтому это для него очень хорошо, чтобы он улучшил свою игру, и мы могли проверить его навыки. Дим, можно еще вопрос, да? Слышно? Да. А, Томми, вас вот не смущает, когда говорят про Салават, что это команда, ну, на старте одного звена, одной тройки? И сегодня мы увидели, что если первое звено не приносит результат, то подстраховать его некому. Don't worry about it. Like I said before, we today's opponent, maybe best team in this league. So we played in Kazan, how we played, like I mean attitude, like body language, how we like our guys throw themselves to the game. So I'm satisfied that this is professional league and it's not easy to win games like that. And the thing is we need to learn and we need to find keys to win teams like that. And today we were close, even like I said before. Result is 4-1, but the game was tied. Игра сегодня была достаточно равна, несмотря на то, что счет 4-1, как я с этого сказал. Соперники достаточно играли близко по моментам. Что касается реализации моментов именно остальными игроками, нежели иностранными хоккеистами, то, в принципе, я об этом не переживаю, потому что мы создавали моменты. Сегодня, к сожалению, у нас не получилось их реализовать, и мы должны учиться пробивать одну из самых сильнейших защит, что касается Казани. И мы должны искать ключи к таким защитам и должны делать выводы о своей игре.